Здравствуйте, друзья. Ну вот, подошло время для разбора ящиков. И первым будет вот этот вот оранжевый. Второй деревянный, который снизу был. Я его разберу отдельно. Еще хотел что сказать. Вот предыдущее видео, где много всего разбирал, там была плата с кнопками. Я ее разобрал тоже. Здесь вот оказались вот такие кнопки. МП9. 79-й год у них у всех. Вот. Я как бы в интернете посмотрел, где-то на одном наткнулся сайте, что палладий есть, на других, что только серебро. В общем, не знаю, ставлю пока их как есть, потом будем разбираться. Ну и насчет ящика. Хочу сразу сказать, кто вот сейчас будет писать в комментариях, что зачем ты это делаешь, это стоит кучу денег и все такое. Ну, как бы, я купил его на блошинном рынке. Он продавался, никому не нужный был. Вот. Я думаю, мне интересно, что в нем. Ну, я думаю, вам тоже интересно, что же в этом приборе. Хочу еще что сказать. До этого мне попадались вот из этой области приборы два штуки. Я разбирал их. Еще канала не было. Одинаковые были. Ну, как сказать, не то чтобы они совсем богатые, но в тех двух, например, было по одному переключателю ПГ там 5 или ПГ-10, не помню, который там что-то то ли 2500, то ли 3500 стоит штучка. Вот. Но они были 94 года, но переключатели были хорошие. Вот этот прибор, он 96 года. В общем, давайте сейчас я буду потихоньку показывать. Что это такое? Здесь вот такие защелки. Вот. И вот, собственно, сам прибор. Это вот станина от него, которая крепилась. Ну, видели, может быть, дорожные работы, когда проводятся, или еще что-то. Там вот на таких приборах. Конечно, не вот прям таких сейчас, а уже на современных. Какие-то измерения проводят. Вот это то же самое, только старая, скажем так, еще советская, не российская. Так вот, здесь вот станина с уровнем. То есть можно все это регулировать, выставлять уровень. Потом вот такой вот комплектик, чехольчик. Сейчас я его открою. Здесь вот есть провода. Ну и там какие-то еще запчасти. Короче говоря, к нему еще вот еще должны были быть зеркала. Но они у него остались, там как бы ничего ценного я брать не стал. Потом вот такая штука. Тоже куда она ставится, я не знаю. Ну тут просто зеркала. И вот сам прибор. Почему говорю, что 96-го года? Ладно, давайте его посмотрим сперва. Такая вот линза. Здесь такой вот разъем. Они бывают, ну вот этот электронный, а бывают простые, не электронные. Может, питание вот сюда подсоединялось. Вот, давайте посмотрим с другой стороны. Здесь вот индикаторы какие-то, переключатель. Возможно, тоже ПГшка. Кнопочки вот какие-то, еще вот крутилки, маленький ход, здесь тоже вот крутилка, вот так. Ну и вот, собственно, год его, 96-й. По болтам видно, что уже сорваны они, то есть он открывался. Может быть, ремонтировался, может еще что-то. А может, он вообще внутри пустой. Поэтому сейчас мы его разберем и посмотрим, что же там интересного. Но в предыдущих приборах были и КМ-ки, и микросборки, и, ну, транзисторы, какие-то лампы. В общем, там лампа одна, вернее, была. Много чего там было. Сейчас посмотрим, что в этом приборе. Нашел вот три платы с предыдущих приборов. То есть вот смотрите,
Вот он, 94-й год. То есть вот такая вот какая-то, не знаю, микросхема, сборка, не знаю, что это такое. А с этой стороны, смотрите, вот индикаторы. Там как раз вот где стояли индикаторы, стекло было разбито. Но здесь индикаторы такие бывают с желтыми ногами. Здесь вот они уже белые. Ну и вот какой-то вот прибор, смотрите, вот они. Вот. И хочу показать еще вот сразу, что вот под этими штуками было. То есть вот они, эти платы. То есть здесь есть золотые волоски, вот. Вон, если вот так вот посмотреть. Плюс вот здесь вот еще вот позолоченные пластинки какие-то стоят. Вот другая. На них еще бескорпусные КМ-ки стояли. То есть я их поспаивал. Их там много вот таких было. Вот. Эти как бы у меня завалялись. Не знал, что с ними делать. Остальные, что-то я пока КМ-ки спаивал. В общем, там половину волосков растерял и не помню, куда уж дел. Чтобы его разобрать, нужно снять сначала вот эту вот, вот это все, короче, крепление. Потому что, ну, крышки не снимешь. Здесь вот еще какая-то эмблема. Чтобы снять крышки, нужно вот эти вот верхние открутить. Потом открутить болты. Также с этой стороны. Так, снял вот это вот, это устройство для настройки положения в пространстве. Вот. И через вот эту штуку уже можно видеть, что там какие-то платы, что-то есть уже вон. Резисторы. В общем, продолжаем. Сейчас откроем, все посмотрим. Вот нижняя крышка, 96-й год, инвентарный номер. И пломб нету уже. То есть вот эта крышечка, как минимум эта крышечка. Хотя, судя по другим болтам, там тоже все уже не видно, что разбирался полностью. Снял вот крышечку. Ну, как видите, примерно такая же вот. Не знаю, что это, микросхема, не микросхема. Как показывал до этого. То есть вот она. Ну, больше пока ничего интересного не видно. Ладно, сейчас откручу вот эти все болты и уже посмотрим повнимательнее платы. Начал откручивать болты, короче говоря. Половина резьба сорвана, то есть с помощью кусачек пытаюсь, ну, откручиваю немножко, потом кусачками пытаюсь с помощью еще отвертки достать, иначе не получается. То есть его однозначно разбирали уже, может быть, не один раз даже. Все, разобрал я весь прибор. Ну, в смысле, сверху крышки. Давайте посмотрим, что же в нем такого интересного. Вот верхняя плата. Как можете видеть, микросхемы белые, за исключением вот этой вот. Ноги желтые. Вот эти микросхемы. Вот полевички. Вот эти. Все белое. Есть вот три зеленые каемочки, маленькие. И вот желтые К1017. Подстроечные резисторы. И еще вот такие вот конденсаторы. Это танталовые конденсаторы, только бескорпусные, которые, ну, уже крепятся, как вот в современных, поверх плат, то есть не пропаиваются насквозь. Я, правда, не знаю, это тантал или танталониобиевые они. Вот. Давайте посмотрим теперь сбоку. Здесь вот, как видите, уже вот две микросхемы желтые. Вот это тоже желтая. Вот это тоже вроде как желтая, я уже посмотрел. Вот еще ножки желтые, вот еще. Остальные белые. Давайте посмотрим, какой год у белых. 92-й год у всех белых. Также есть вон зелененькие, желтенькие конденсаторы. Полевички белые,
Один желтый, два белых. Вот. Вот еще один полевичок. Давайте теперь другой бок посмотрим. Видите, здесь еще две микросхемы. Вот третья, четвертая. Вот полевичок желтой ноги видно прямо отсюда. Вот еще полевички. Один точно из них желтый. КМочки. Вот одна КМочка. Раз, два, три. Вот еще вертолетик. Маленький. Так, ну и нижняя плата. Нижняя плата. Вот смотрите, две микросхемы с желтыми ногами. Остальные процессоры и все прочее, все белое. Также, в принципе, как вот разбирал до этого, он был не такой. Форма не такая была. Там также примерно было. И вот такая вот большая сборка. Вот, там также примерно было. Какие-то микросхемы были желтые, какие-то были белые. Но там желтых было микросхем побольше. И вообще микросхем было побольше. Может быть, с той стороны плат тоже микросхемы есть. Сейчас мы это посмотрим. Вот, сейчас я сниму все платы, и мы разглядим получше все это дело. Снял вот первую верхнюю плату, с которой начинал показывать его внутренности. С той стороны ничего нету. Разъемчик посеребряный. Здесь вот такие вот внутренности. Довольно плотненько тут все нашпиговано. Будем продолжать разбирать. Пришлось снять вот одну из лицевых панелей. Как раз вот где находятся вот эти вот подстроечные резисторы и переключатель вот этот ПГ. Вот он как называется. ПР-210. ПТ что-то там. ПТН. Но он, к сожалению, здесь 93-10. То есть он по году, как вот если на сайтах скупщиков, он неприемно идет. В предыдущих двух они попадались с 91 года, там было до 91 12 месяца. То есть они были хорошие по дате, но здесь уже вроде как нет. Что тут еще? Два вот микроприключателя и вот такая сборка опять тоже стоит. С этой стороны все выглядит вот так. Какая-то еще плата, что-то там есть. Посмотрим сейчас. И сейчас откручу боковые. Я уже одну открутил, но ее никак не снять, пока вот эту панель не снимешь. Снял вот одну из боковых плат с вертолетом, которая была. Вот. Здесь вот какая-то интересная еще приблуда. Тоже надо открывать, смотреть. Ну и как бы вот тут видно, что там он спешки еще есть, еще какие-то платы вон есть. В общем, сейчас буду дальше снимать, покажу. Снял вот вторую боковую плату. С этой стороны тоже ничего. Еще под первой боковой была вот такая вот полуплата. Ну и здесь вот такая же. Вот нижняя плата, она оказалась все-таки двойной. То есть вот я ее раскрутил. Здесь, смотрите, вот еще такая микросхема желтая. SP3BA, две штучки. Ну, правда, 94 год. Эти микросхемы белые. Вот бескорпусные конденсаторы, сразу видите. Вот еще. Вот еще. Вот беленькие бескорпусные. Ну опять вот такие сборки. Тут уже 96 год. Так, под ней вот такая вот плата стояла. То есть тоже вот СП-шка. Маленькие вот СП-шки кругленькие. Потом вот микросхема с желтыми ногами. Бескорпусные конденсаторы. Вот еще 2, 3, 4 микросхемы с желтыми ногами, бескорпусные конденсаторы. С этой стороны, смотрите, она тоже. Видите, стоят микросхемы. Вот.
Так что вот она, эта плата с той стороны, какая-то непонятная штука. Сейчас откручу, посмотрим. И вот такая вот еще. Здесь разъемчик. Сейчас откручу, посмотрим. И вот с линзой вот эта часть. То есть тоже есть какие-то платы. Что-то там есть. В общем, открутим, посмотрим сейчас. Снял вот этот чехол. Здесь стоит такая вот лампа. Уже третья лампа у меня такая. Не знаю, есть ничего ценного или нет. Но красивая. Открыл вот эту коробочку с обоих сторон. С обоих сторон платы стоят. В принципе, как бы можно сказать, что вот то, что я до этого разбирал, и то, что вот это, приборы приблизительно по количеству плат и, ну, по деталям примерно одинаковые. Может быть, 94-го года были немножко пожирнее. А так, в принципе, то же самое. Такие же лампы, такая же коробочка была, только расположение немножко по-другому было. И вот смотрите, что еще здесь есть. Вот бескорпусные КМ-ки. Потом полевичок, он желтые ноги, микросхема желтые ноги. И вот если с этой стороны заглянуть, то еще одна микросхема с желтыми ногами. И вон К1017. И с этой стороны, смотрите, также вот 3К1017, зеленая кремочка маленькая. И здесь вот стоит еще одна микросхема с желтыми ногами. Такая вот коробочка. Ладно, сейчас заглянем вот здесь, посмотрим, что еще интересного есть. Так, ну все, тут я раскрутил. Здесь ничего такого. Здесь в основном оптические линзы всякие. Что в тот бок, что в этот бок, что вот отсюда в середине. И стоит вот платка. Здесь вот опять К1017. Две штучки. И вот поворотные эти механизмы, то есть вот это вот белая внутри деталь, не знаю, что фоторезистор или что там. И вот посередине еще вот провода подходят с обоих сторон. И я так полагаю, хоть и 96-й год, вот смотрите, тоже датчик похоже. И вот этот вот, это не провода, а скорее всего оптоволокно. То есть уже в те года использовали такие технологии. Вот, на этом, пожалуй, все. Больше тут как бы по нему показывать нечего. Итоги я снимать не буду, потому что тут, ну, дофига с ним, скажем так, возни. Вот, всем спасибо за просмотр.